Конечно, большинство из участников музыкальной композиции, которую было решено приготовить на фестиваль художественного творчества людей с ограниченными возможностями «Память сердца», не артисты. Поэтому помочь им решили сотрудники Дворца культуры «Видное». Не сразу получалось. Все, кто находился в зале, старались, давали советы. Хотелось каждому, чтобы вышло интересно, как в настоящем клипе. Председатель Московской областной организации Всероссийского общества инвалидов Николай Зеликов, который и придумал сценарий музыкальной постановки, отрабатывал с артистами каждый эпизод, как настоящий режиссер. Таня, вот постояла чуть-чуть недолго и пошла вот сюда вот. И он оттуда выходит к тебе. Он там застоит на конце скамейки. Ты на этом конце стоишь. Поняла? Для съемок клипа была выбрана песня Игоря Лученка и Михаила Ясеня «Майский вальс». К слову, в 1985 году она стала настоящим хитом и попала в финал «Песни года». Композицию исполняли разные артисты, в том числе Иосиф Кобзон. В этой интерпретации она прозвучала из уст одного из лучших вокалистов Ленинского округа Бориса Гуреева. Это совместная работа представителей обществ инвалидов нескольких муниципалитетов, городских округов Подольска, Домодедово, Ленинского округа. В съемках также приняла участие танцевальная пара из клуба «Звездный вальс». Мы надеемся, что наш номер будет достойно представлен и войдет в гала-концерт фестиваля. Также у нас будет еще несколько номеров в других номинациях. Это и в номинации «Танец», в номинации «Песня», где мы тоже представим военно-патриотическую песню. И также мы хотим выступить в номинации «Музыка». Всем, кто помог в создании клипа, артисты выражают благодарность. Ведь от этого тоже будет зависеть успешное выступление делегации из Московской области на героико-патриотическом фестивале-конкурсе, который пройдет в Туле в мае этого года. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Видное ТВ.